Всем привет, с вами StiffPro, и сегодня покажу вам мод, который обновляет огромную слизню в Minecraft Pocket Edition. Так, для этого нам понадобится включить сложность на максимум и взять яйцо слизня. Давайте посмотрим эту слизня. Вот такой он у нас большой, очень огроменный, просто можно сказать гигантский. Заметьте, у него не багают текстуры. Если кто видел или скачивал моды, то там, метали текстуру. Вот сейчас мы перешли в режим выживания, и как видите, он убил нас с первого же удара. Так, попытаемся давайте его догнать, но он быстрее нас, так как один его прыжок, наверное, не знаю сколько метров. Так, давайте догоним в креативе, и потом попытаемся убить. Так, вот видите, что я могу сдохнуть. Да, текстура очень качественно сделанная. Скорее всего, это всего лишь изменили его размер. Опять же, мы сможем слезть к нему внутрь. Я не знаю, то ли это баг, то ли это нет. Так, мы его можем побить. Давайте возьмем железный меч. Алмазный меч только для нобов. Так, сколько же у тебя хп там? Я уже готов стать нобом. Готов взять алмазный меч. Мы сейчас попробуем еще маленько. Я уже сдаюсь. Давай, умирай. Он даже может боком прыгать. Офигеть, вот это слизень. Получается, имеет баги. Он имеет баги. Хотя, может быть, это его возможность, я не знаю. Выглядит это красиво. В режиме выживания это будет как бы... Ух ты, у него еще есть маленькие... на самом деле они маленькие. Только почему-то я не могу их стукнуть. Так, также я могу залезть в них. Так, почему я не могу их стукнуть? Странно. Очень странно. Вот такой мод. На этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.